Сегодня дед рядового Владислава Челоха, которого обвиняют в кровавой расправе на пограничном посту Аркан-Кирген, через СМИ потребовал официальных извинений от генерал-майора Нуржана Мырзалиева. На прошлой неделе в интервью газете «Время» экс-глава погранслужбы нелицеприятно отозвался как о самом Владиславе, так и о его родственниках. Также выступил по телевидению и принес извинения за необоснованное оскорбление личности моего внука. Да? И то, что он назвал безродным его, это неправильно. Почему? Потому что если весь его род, моего внука, соберется со всех концов бывшего Советского Союза, и каждый плюнет ему в лицо, он утонет в этих плевках. Это я... заявляю категорически. Почему? Потому что он недостоин носить погоны офицера. Интервью газете «Время» бывшего командующего погранзаставой Владиславе Челохе вызвало большое количество негативных отзывов в интернете. Особенно возмутили пользователей такие высказывания генерал-майора о карагандинце, как безотцовщина, не самое благополучное окружение, есть родственники с несколькими судимостями. Родные Владислава Челоха глубоко возмущены заявлениями военного в прессе. Нуржан Мырзалиев ушел в отставку после трагедии на погранзаставе Аркан-Кирген.